отыграться. Спасибо. Завтра еще. Что говоришь? Ну, спасибо вам большое. Я не знаю, как. Ну, а что, ну, время шло? Да. Почему вы проиграли? Дисквалифицировали. Потому что вы не болели. Ты нарушал правила, пришел контакт. Если бы контакт не прошел, было бы попроще. Так вот оценили, что я прорушал контакт. Я в студии был потреблять. Ну разбил, да, ничего страшного. Я же тренера тоже не пробить. Но я тем не менее стою, здесь живой, а нормально, готов дальше трудиться. Чтобы вы не переживали, вы еще мешаете своему тренеру. Что-то еще. Вы там можем вас выбрать? Нет, да. Мяско, мяско! Дима, ручки, лев! А вот квалификация это в плане как на сегодняшний день? Нет, ну дальше турнира сетки я выше третьего места не могу понять. Да. Ну а так что финал и двух дисквалифицировал. Когда не первое, не второе место, вообще не только третье награждал. Дима, так что? Они как жестко. Вот они, видите, продумали. Но они вообще жестко. Ну, вот сейчас надо. Тебе тоже завтра биться, да? Димуй! Ну вот как это? Они вообще... А уж кинулась сразу, что тут я так Дима, руки на место. Будет попрактить, не будет попрактить. Вот так походи, нормально. Работа. Продолжай мягко работать в игре.